Здорово. Здорово, были. Как оно? Ничего. Нормально. Ну что, пойдем? Ну пойдем, как выйду на линию, пока собираюсь, Владимир Иванович. Там Светлана. Дай сигарету. Светлана должна подъехать. Да она здесь уже. Тоже тут? Дай сигарету. Сейчас дам. Где-то полчасика, Владимир Иванович. Соберу. Давай. Тебе там посылка со Ступина и Светлане телефон. Дочке прислали. В 11 получим? Да где-то так и получим. Дай сигарету. Ты где будешь? Здесь тебя ждать буду. Ну отходи. Тебя в сторону, ждать буду. В сторону отходи, вон они лежат. Вот они, Владимир Иванович, лежат. Ты что, проснулся? Да нет, уже давно, но собираюсь потихонечку. Понял, да? Ага. Все, на линии будь и жди меня там. А где тебя ловить? Да я сам тебя найду. Возле центрального? Где-нибудь возле норы там будь. Ага. Ты что, давно бродишь? Ага. Полдевятого из дома ушел. Полдевятого. Что-то рановато. 15 минут девятого проснулся. Давай, Сань. Одевайся и пойдем. Сейчас, Владимир Иванович. Полчаса я же тебе говорю. Ага. Посылку надо получать. Получим все. Все получим. Договорился с таксистом. С каким? С Репиным. Че? До дома довезет. Когда? Сегодня. Ага. Ну довезет, а че ж не довезет? Посылку надо будет вскрыть дома. И деньги забрать. А откуда ты знаешь, что там деньги? Ты, наверное, ученые все. Думаешь? Да. А-а-а. Ну ладно, видно будет. А Света где? Здесь. Где здесь? Вон там. Стоит там? А-а-а. Ну все, идите в центр, сейчас я подъеду. Давай, встань. Давай, Владимир Иванович, как дела у тебя? Нормально. Как здоровье? Кофе попил. Кофе попил. Ничего не беспокоит? Нет. Все нормально? А. Мозоль прошел? Ага. Вообще замечательно. Давай, полковник, ожидайте меня там, сейчас я скоро подъеду. Всем добра, друзья. Посылка у нас сегодня две. Одну Светлане, другую Владимиру Ивановичу. Сейчас на линию выйду, все покажу. Сань, давай, Сань. Давай, дядь Вов, давай. Всем спасибо, что с нами. Всех благ вам, друзья. Не забываем про телегу, про инсту. Все ссылочки у нас здесь. На главный. Будь добру.